Это последний день ралли удачи. И Арчи великолепный по-прежнему не досягаем. Благодарю. Я должен стать чемпионом. Хочу быть гонщиком. А? Уже скоро? Ралли «Шелковый путь». Это будет легендарно. Место для трофея? Но ты ведь еще даже не выиграл. Так выиграю. Ты слишком уверен в своей победе. А как насчет пари? Уж не ты ли, скажи на милость, собрался со мной тягаться? Смехотворная мысль. Что с лицом, приятель? Да я как-то вроде вписался в ралли «Шелковый путь». Эта гонка не для новичков. 4 дня ты должен нестись со скоростью 200 миль в час. Каждая ошибка фатальна. Каждый гонщик – сумасшедший профи без тормозов. И как мне победить лучшего гонщика в мире? Ладно, слушай сюда. У тебя и так есть все, что нужно. Но если мы возьмемся за дело вместе... то нас не остановить. Ого. Посмотрим, на что ты способен. Let's go! Погнали! Ленухи в атаку! Это безумие! Ты видел его машину? Да на такой машине! Гонку выигрывает не машина, а только гонщик. Хотя машина нам все-таки понадобится. Зверогонщики. Я вляпался по уши. Я помогу, но чур никаких вопросов. Ты мне поможешь? Но почему? Ты начал сразу с двух вопросов. Увидимся завтра. В кинотеатрах с 22 июня.